Доброе время суток, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами одним очень важным объявлением. Это объявление я зачитаю и, если необходимо, прокомментирую. Оно не очень такое маленькое и коротенькое, но это для того, чтобы люди, которые будут молиться по этому поводу и будут принимать определенные решения, могли ясно, четко и конкретно знать определенные вещи. Это, мы считаем, справедливо будет по отношению к вам, дорогие слушатели. Мы в шутку назвали это «Речь президенту». Я в этом случае как бы президент. И благословенный брат Олег, он написал речь президенту конкретно и специфически. Вот. Брат Олег, как вы, как большинство из вас уже знаете, он региональный представитель служения небожителей по российскому региону и по регионам бывшего Советского Союза. Всем шалом! Призыв на пророческий сон в Москве. Мы живем в непростое, но замечательное время, когда исполнение Божьих пророчеств очевидно, как никогда ранее. Сегодня беззаконие умножается в арифметической прогрессии, и духовная тьма сгущается на глазах. Но слава Богу, что там, где умножаются беззаконие и грех, там преизобилует благодать Божья. И свет светит во тьме. И чем гуще эта тьма, тем ярче должен становиться этот свет. Иисус Христос сказал, что мы свет этому миру. Но кажется, что многие верующие об этом забывают и лишь с ужасом наблюдают, как сгущается тьма. Мы верим, что наступила новая фаза апокалипсиса, то есть откровения. И, соответственно, в этом временно-пространственном континууме мы не выживаем, следуя религиозным обычаям и традициям прошлых эпох. И мы не выживем. При этом мы не умаляем подвиги веры и деяния наших предшественников. Но слово и время говорит нам о необходимости перемен. И это не просто изменение литургической части богослужения, но это существенная трансформация самой сути священства и, соответственно, священнодействий. В связи с этим мы решили созвать неравнодушных к происходящему на пророческий сон, чтобы получить и начать реализовывать небесную стратегию, предопределенную на новый период апокалипсиса. Мы славим нашего Бога и благодарим всех тех, кто подвязался в духовном и физическом устроении этого пророческого сонма в Москве, где, как мы верим по воле Божьей, надлежит собраться верующим пророческого толка и ревнующим о восстановлении апостольского и пророческого служений в теле Христовом. Среди собравшихся будут и пророки, и пастыри, и учителя, и другие священнослужители, в числе которых в качестве ведущего будет Дмитрий Крюковский, то есть я. Сообщаем, что Господь усмотрел место для сонма. И поэтому 1, 2 и 3 октября мы сможем, собравшись вместе лицом к лицу, неистово прославить нашего Небесного Отца и, принимая от Него благодать, истину и силу, пророчески предварить новый период апокалипсиса или откровения.
огласив и высвободив предреченное Божье Слово на творение и грядущие времена. И пусть этот пророческий сон в Москве состоится, и пусть там будут те, кто там должен быть. Мы также убедительно просим, вот прошу, положа руку на сердце, не присоединяться просто ради любопытства или интереса, или любопрения, или желания поспорить, не приняв в совете с Господом осознанное, взвешенное, твердое решение и ответственность за участие в этом сонме. Данное мероприятие не является религиозно-развлекательным и не нацелено на покрытие и восполнение каких-либо личных, духовно-физических и молитвенных нужд и желаний. Сон также не является конференцией, школой, инкаунтером или чем-то привычно обусловленным какими-либо литургическими стандартами, регламентами, но в зависимости от водительства Святого Духа может содержать элементы и формы как уже известных, так и непривычных, а возможно еще неведомых нам мистических таинств. Исходя из этого, мы ожидаем адекватных и здравых людей, не настроенных на то, лишь бы что-то получить для себя, но более расположенных и готовых к отдаче и к духовным трансформациям и принятию инновационных способов взаимоотношений и взаимодействия с Богом и людьми, но с учетом принципов и стандартов неизменного Божьего Слова. Участие в сонме ловцов конференций, круизматов и прочих христотусовщиков не приветствуется. Неадекватные люди с небогодухновенным поведением, пытающиеся привлекать к себе внимание странностями и причудами, будут удаляться с сонма. Никакие жалобы и претензии по этому поводу рассматриваться не будут, равно как и за несоответствие сонма ожиданиям его посетителей. Так как проведение сонма предполагает обязательное проживание и питание участников и связано с различными организационными расходами, то данное мероприятие будет платным. Даты проведения 1, 2, 3 октября 2021 года. Место проведения – христианский центр в Раменском. Общий регламент. Заезд 1 октября с 9 до 13.00. Отъезд сразу после завершения сонма вечером 3 октября. Для иногородних будет возможность переночевать до утра 4 октября. Если после всего изложенного вы таки изъявите желание участвовать в этом сонме, то вам необходимо подать заявку по указанному в описании моего канала номеру нашего представителя. Там же вы сможете уточнить все детали и получить все необходимые инструкции. Номер плюс 798-500-16444. Через любой доступный мессенджер, Telegram, WhatsApp, Viber, все ответы на дополнительные вопросы там же. С искренним уважением и любовью во Христе Иисусе, устроители
сонма. Также, дорогие, с 18 числа, напоминаем, начинается третий курс. По всей вероятности, шестимесячный курс проведения пророческой школы, школы сверхъестественного, где будут рассматриваться не только определенные уроки, но также определенные специфические практические, носящие элемент корпоративного взаимодействия и углубление в познание Бога, в познание Его атрибутов, качеств, характера, граней. Будем учиться, как взаимодействовать с Богом в этих сферах. И также углубленное вхождение и взаимодействие с творением Божьим, по Слову Божьему. И практически углубленные молитвы, совместные духовные проекты также будут на этой школе. И также мы предлагаем книгу, которая уже распространялась, кое-кто приобрел эту книгу, которая называется «Откровение священства по чину Мелхиседека». Многие свидетельства уже у нас есть, что книга приносит благословение, и многие люди говорят, что ее нельзя быстро читать. Это не просто книга, которую пробежал, прочитал и все. То есть там в сжатой форме очень много глубокого материала, который можно изучать, изучать и изучать. Также относительно всего этого вы можете узнать через номер телефона, который был дан выше, и через контакт, который был дан выше. Дорогие, вот это, в принципе, объявление. Мы будем рады приветствовать адекватных людей. Мы будем рады приветствовать подотчетных людей. Не баронов Мюнхгаузенах, которые летают на ядрах, которые не подотчетны и сами по себе в теле находятся где-то. А те люди, которые находятся в здравой, еще раз подчеркиваю, в здравой подотчетности, которые взаимодействуют в поместной церкви, которые не являются фанатиками религиозными и которые готовы учиться, изменяться, преображаться и каяться, если в этом есть нужда. Которые получат непосредственно указания от Господа. Мы молимся, чтобы Бог избавил нас от лукавых людей и беспорядочных людей, ибо не во всех вера. Нас не интересуют христианские тусовки. Мы преследуем целью получения небесной стратегии от Бога, как жить дальше и как двигаться дальше. Свежее откровение, свежее вино, свежий елей. У нас будет команда, которая будет служить и пророчески, и исцелением, и освобождением также. Но цель не для того, чтобы люди приехали, чтобы им послужили, но также будет время, где они смогут служить друг другу, находясь на базе, конкретно и специфически теми дарами, которые они имеют. Благословений всем вам! Принимайте решения на основании водительства Святого Духа. И если это воля Божья, подавайте заявки. Благословений всем вам! С Господом!